що таке справжнє розчарування відчув на собі і Георгій. Цей стриманий чоловік не любить згадувати, як 3 роки тому його розміреному сімейному життю несподівано прийшов кінець. Лично я, да, там по ребенку скучаю, да, хочется его увидеть, там, обнять, прижать к себе, знаешь, приласкать. Тож, прямуючи на найважливішу для себе сцену, Георгій вірить, що найменше одна людина буде дуже щасливою побачити його на X-Factor'і. Хочется, да, щоб ребенок твій гордился, що от папа у мене, от папа такой, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. А что вы будете петь? «Очарованно, околдованно». Удачи. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя жена. Что-то все замолчали, не знают, что сказать. Хорошо, я начну, Георгий. Мое впечатление от вашего выступления, что по нисходящей. Сначала все было замечательно. Запели, вроде приятно. Но потом все как-то стало увидать, увидать, затухать. И проигрыш, вы не знаете, что делать. Вы ленивый артист. Этого сцена не прощает. Я говорю вам «нет». Даже если Георгий не знает, что делать во время песни в проигрыше, то я готова научить его в тренировочном лагере. Спасибо большое. Ну, очарована я колдун. Да, я просто сижу, сделать собой, я да? просто сижу, у меня справа вибрация идет. Очарована, околдована, улыбается, заинтригована и готовится, чтобы «да» сказать. Ну, понравился, и не дать, не взять. Насправді, ти фактурний мужчина. І тільки в цьому моя ревність. А співаєш ти...
Ну, якщо Іра за тебе візьметься, будеш співати краще. Ти готовий, щоб... А я чим говорю? Да? Тоді я віддаю свій голос тобі. Розпоряджайся. Да? Отлично. Ігор Кондратюк тільки що сказав «да». Два так, одна ні від сусідова, і зараз Серега, знаючи правду матку про наше життя в тренувальному таборі, все тобі скаже. Мы отправляли с этой сцены в нехорошем расположении духа ни одного талантливейшего вокалиста. А тут выходит такой, вот сосед сказал, ленивый. Да, ленивый артист. Вот ничего тебя не волнует, ничего тебя не расстраивает. Даже сейчас вот решается твоя судьба, а ты такой, ну, холодный, спокойный. Я не знаю, может быть, я как-то чуть-чуть настроил себя за кулисами, ну, не волноваться, да, не переживать. Но на самом деле я очень волнуюсь, и вот это чуть-чуть помехи создало. Скорее всего, у тебя эмоции очень там где-то на глубине. Ты научился просто сдерживать это все. Вот сдерживать эту боль, которая изнутри тебя распирает. Контролировать свои эмоции. Вот в это верит Ира Дубцова, в это верит Игорь Кондратюк. И в это хочу поверить я. Я говорю «да». Спасибо. Георгий, вы заставили нас волноваться. Я сам волновался. Если ты не будешь хотеть добиваться самого лучшего, самого-самого-самого, вот так вот все и будет просто, понимаешь? Ты должен побороться за себя. Ты же отлично поешь. І поки Георгій звикає до думки, що він частина «Екс-фактору», Ірина Дубцова готова побитися об заклад зі своїми колегами, що у цього чуттєвого чоловіка велике майбутнє у категорії «старші за 25». Ой, Боже мій! Ой, Боже мій, Георгій! Ой, Георгій! 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 Это 90% успеха, учитывая, что у него еще и потрясающий голос, и внешние данные, и такая уверенность в себе. Это все составляющие для мужчины-артиста.